Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такое вот масло сливочное «Домик в деревне». Такое, смотрите, оно необычной формы, похоже на какой-то маленький сырок, но нет, это масло, и здесь у нас 180 грамм, вот так. Вот, масса доли 72,5%, состав сливки пастеризованные, как бы, и все. Должно быть, больше ничего не должно быть. Так, здесь кто изготовитель, будет фотографии в конце ролика. Вы посмотрите. Вот, ну и срок годности. И давайте его попробуем. Он у меня немножечко уже полежал в тепле. Я люблю тепленькое маслице. Вот так оно выглядит. Такое вот оно. Довольно беленькое, ну, нежно-желтое, наверное. Здесь тут вроде посерединке прям беленькое. А тут кажется, как будто желтенькое, но нет. Давайте я его попробую. Вкусное. Вкусное, прям вот этот вот вкус сливок, такой вкус именно вот деревенских таких сливок. Потому что пестравка, вот мне нравится масло, очень нравится. Там прям обалденный вкус сливок, прям вкусный, обалденный. Здесь тоже такой же есть. Немножечко другой вкус, но, кстати, вкус сливок я прям почувствовала. И вкус такой деревни, деревенский. Не зря домик в деревне называется. Да, очень вкусный. Прям такой обалденный, хочется еще и еще. И даже немножко сладенький, мне кажется. Такой ароматный, нежный. Ну, нежный, потому что он мягенький. А если с холодильника достать, он будет таять во рту побыстрее немножко. Тоже будет очень приятно, очень вкусно. Очень понравилось. Я буду его брать еще. Стоил он со скидкой около 90 рублей с чем-то. Без скидки 120 или 130 рублей он может стоить. Не знаю. Я его беру первый раз в жизни, но мне понравилось очень. Вот. Всем советую. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.